В рамках всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» открыли новые парты героев. На этот раз им присвоены имена участницы Великой Отечественной войны Анны Кашинцевой и участника специальной военной операции Сергея Гончарова. Как прошли торжественные церемонии в школах городского округа, расскажет наш корреспондент. Сейчас для нас это уже такие прошедшие годы, годы в истории, которые вы узнаете, только познаете в школе. Время, к сожалению, уходит, и с ним уходят те люди, которые были непосредственно участниками тех событий. Изучайте нашу историю, история наша величайшая нашей страны. В 28-й школе в Кореневе открытие парты посвятили участнице Великой Отечественной войны, медсестре передвижного госпиталя Анне Ивановне Кашинцевой. В 22 года девушка помогала не только врачам в эшелоне, но и выносила раненых с поля боя. В годы Великой Отечественной войны каждый день был подвигом. На поле боя, в медсанбатах, при фронтовых госпиталях во имя спасения раненых. Медсестры обладали гуманизмом и беззаветной любовью и верностью к раненым бойцам-защитникам. Такое отношение говорило о неуклонной преданности медицинскому долгу. Анна Кашинцева ушла на фронт в июне 41-го и отработала медсестрой до победного 9 мая 45-го. Имея педагогическое образование, после войны работала по профессии. В этой школе преподавала русский и литературу. И сегодня почтить память любимой учительницы пришли ее ученики. Она к нам пришла преподавать в 69-м году, как было сказано. Мы учились здесь, она преподавала русский и литературу. И мы учились у нее год, потому что школа была восьмилетка. Мы ходили к ней, кто-то с личными проблемами, кто-то мог прийти поплакаться ей. Она нас очень вдохновляла и на строительство судьбы, и на устройство личной жизни. А в 52-й школе Малаховки открыли парту героя имени Сергея Гончарова, участника специальной военной операции. 2 апреля 2022 он отправился в зону СВО в составе воздушно-десантных войск. Погиб Сергей 25 августа этого же года в боях за Андреевку Херсонской области. Парта героя – это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества, его фотографии, биографии и героическом пути. На сегодня в Люберцах открыто около 20 таких парт. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.